Да, привет! Бабушка тут у нас травку дергает. Да, травку дергаю, которую уже заросли тут кусты. Угу. Вон там у нас уже протяпанная до конца картошка. Всё. Я тоже чуть-чуть помогала. Пошлите-ка. Вот уже теплица доделанная. Стеклянная. Которую... Сейчас мы пойдем на качельках качаться. Дождик начинается. Да. Красивейший закат. Ну и качельки. Развлекаемся как можем. Сейчас. Благодаря меня. Ладно, я потом покажем тебе, пока зарядка не кончилась. Сейчас мы пойдем на веранду, которую я убирала. Ребята, сейчас вы все увидите. Точнее, мама. Перерожденный. Так, раз. Так. Вот подоконник, который раньше был грязным. Чистота чистейшая. Ну, тут духи стоят, баночки, скляночки. Там какая-то коробочка. Тут мы кушаем. Цветочки бабушка поставила. Вот наша красивейшая дача. Сейчас запустимся по исландцам. А, вот сейчас скажу. Ну, тут у нас красивые бабушкины цветочки. Тут у нас будет площадка. Уже растет горох. Тут уже свекловка, там морковка дальше. Пойдемте дальше. А, сейчас я тебе клубничку покажу. Пошлите, давайте вот так. Вот, красотка ты наша. Вот тут у нас. Ну, тут не так заметно, потому что мы уже сегодня собирали. О, сейчас покажу кое-что еще. Раз, два. Так. Эй, не колись. Сейчас, с другой стороны, огурчики, огурцы, вот огурцы уже зреют. Сейчас пойдем дальше к клубнике еще раз, чтобы я тебе уже показала. Вот у нас тут кусты, я сейчас найду тебе красивейший кадр. Вот тут у нас клубничка, вон там. И раз мы здесь, так. Вот здесь клубничка, но она еще не доспевшая, но скоро позреет. Во, вот. Клубничка, ну тут еще, вот большая уже начинает есть. Дальше морковка идет, там капуста. Здесь у нас, опять же, вроде картошка. И вот тут чистейшая вода. Бочки. Тут бабушкины помидорчики. Дождик уже чуть-чуть накапывает. Еще раз. Ну, тебе уже все, что показать. Тут у нас это. Ну, хотя ты уже нас все увидел. Пойдемте к цветам. Опять же. Вот там лилии, я тебе их фотографировала. Вон там пионы, которые я тебя тоже фотографировала. А, сейчас еще. Вот у нас красивейшая ваза. Тут у нас грибочки, шишечки валяются для красоты. А тут горшок у нас в колясочке. Идеально. Дельфиненок. Ну, осталось закончить нашу мини-обход.